Из книги «Открытым оком», том 26, тема «Лапкин книги», вопрос 3784. Вы говорите, что нужно молиться о правителях и о нашей стране. А о чем конкретно утром и вечером? Или молитвы всегда одни и те же по молитвослову? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Если бы я даже этого никогда не говорил, вы должны знать сие, согласно написанному в Священном Писании. 1 Тимофею 2:1-2. Итак, прежде всего, прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Римлянам 9:3. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти. Просим о сохранении мирного времени, чтобы Бог помиловал начальствующих, и всегда перечисляем имена, начиная с Кремля, администрации края, города, района, университета и тому подобное. И через них сотвори благое для Церкви Твоей, Господи. И если кто из них путешествует, просим сохранить в пути и от нечаянной смерти, то есть от покушения. И главное, чтобы Господь дал им веры, чтобы они уверовали во Христа, молились свыше, родились свыше, любили народ, творили дела, достойные покаяния, усмирили грабителей. Вечером добавляем, чтобы Христос дал мудрости и безопасности милиции и пожарным, охраняющим наш покой. Премудрость Соломона 6:5-8. Страшно, и скоро он явится, и строг суд над начальствующими. Но начальствующим предстоит строгое испытание. Неемия 5:7. Сердце мое возмутилось, и я строго выговорил знатнейшим и начальствующим и сказал им: «Вы берете лихву с братьев своих, и созвал я против них большое собрание. Дай Бог слепцам глаза вернуть и спины выпрямить горбатым. Дай Бог быть Богом хоть чуть-чуть, но быть нельзя чуть-чуть распятым. Дай Бог не вляпаться во власть и не геройствовать подложно, и быть богатым, но не красть, конечно, если так возможно. Дай Бог быть тертым калачом, не сожранным ничьей шайкой, ни жертвой быть, ни палачом, ни барином, ни попрошайкой. Дай Бог поменьше рваных ран, когда идет большая драка. Дай Бог побольше разных стран, не потеряв своей, однако. Дай Бог, чтобы твоя страна тебя не пнула сапожищем. Дай Бог, чтобы твоя жена тебя любила даже нищим. Дай Бог лжецам заткнуть уста, глаз Божий слышав в детском крике. Дай Бог живым узреть Христа, пусть не мужском, так в женском лике. Не крест без крестья мы несем, а как сгибаемся у Бога, чтоб не извериться во всем. Дай Бог, ну хоть немного Бога, дай Бог всего-всего-всего и сразу всем, чтоб не обидно. Дай Бог всего, но лишь того, за что потом не станет стыдно. Евгений Евтушенко.